Сегодня в Барнауле выбрали лучшего специалиста по цветочным композициям. В краевой столице прошел первый городской конкурс «Флорист 2018 года». В профессионализме состязались работники 5 цветочных салонов города. Участникам нужно было представить композиции на тему «Цветочный витамин» и за отведенное время оформить букет из предложенных материалов. В итоге победителем признана сотрудник магазина с опытом работы флористом в 11 лет. Разные были испытания, презентация была, были сюрпризные задания, теоретическая часть. И жюри так посчитало, что, наверное, я справилась.